Всем привет, друзья, с вами Федя, и добро пожаловать на мой 86-й выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня я встал. Нет, сначала я подумал, что это меня не будет. Но потом понял, что первым уроком у нас физкультура. Вот потом я встал, Вика пришла, увидела меня, что я здесь сижу. Вот и потом я пошел мыться. Потом я помылся и начал завтракать. Да после того, как позавтракал, я там подержал палец в стаканчике. Не нужно так делать, потому что у меня тут нарыв все равно. Поэтому пришлось. Вот. И пошел, посидел немного и пошел в школу. Вот. Сегодня на русском мы разбирали новую тему и делали там работу проверочную, наверное. Вот. На математике мы там начали сложение десятичных дробей, и мне поставили 5 за то, что лишал доски. Вот. Ай. Блин. Ау. Вот. На биологии мы там проходили тему мухи, о боже. И рисовали мох, который нам дали на листочке. Вот. На отметку, наверное. Вот. На втором русском мы там разбирали и делали там нам показывали там демо-версию диагностики по русскому. Вот. Я там руку ударил, когда ее вытянуть пытался. Ну, больно не было, конечно. Вот. И на истории мы там отвечали на вопросы. Вот еще когда я пошел в школу, меня там ребята встретили. Они... У них физра была на улице, на лыжах они там носились. Вот, короче, вот так вот. Потом я после уроков пошел домой. Пришел. Папы не было дома, я съел котлетки, потому что зубы начинали потихоньку выздоравливать. Потом папа приехал, я начал делать уроки. Они... И да, папа приехал с Викой. Они начали обедать. Потом Вика уехала, как вчера.
Папа остался дома, потому что приболел тоже. Вот. Потом я сделал все уроки и начал там историю повторять. Ну, завтра нету теста какого-нибудь. Ну, вопросы повторить, чтобы завтра ответить. Ну, или не ответить. Не знаю, как получится. Отвечу ли я, не отвечу, это как получится, ребят. Вот. Потом я начал отдыхать. Приехала Вика. Мы поужинали. Я пошел помылся. Помылся. И начал отдыхать уже. Вот, ну а потом уже все по плану. Вот. Ну, на этом все, наверное. Короткий выпуск получился, но ничего, зато очень познавательный. Вот, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще ночной совы. Всем пока.